Желтый, голубой. Какой единорожек милый. И смотри, такая щеточка есть, ты можешь мусор весь да, этой щеточкой. Да. Тынь-тынь-тынь. Девчонки, пеналы, пеналы, пеналы. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Сегодня мы едем в Барселону и проведем там супер-челлендж. Мы будем выбирать в канцелярию по цветам. Будем крутить рулетку. Кому какой цвет попадется. Какого цвета будем покупать в канцелярию. Ну что, поехали? Ну что, девчонки, выбираем цвета? Да. Давай. Мы уже вписали все цвета. Которые, да. Сколько у нас получается? 9? 9. Да. Да, и теперь 9. Они будут крутить рулетку. Ой, ну что, давай, кто начинай. Первый? Ксюша? Ксения. Давай, крути. Какого цвета она будет покупать в канцелярию? Закрой глаза. Голубой. Вообще-то должен голубой покупать. Давай. Ксюша голубого цвета будет только покупать. Ты возле черного был. Да, почти черный. Давай. Посмотрим, какой же тебе попадется. Розовый, фиолетовый, розовый, фиолетовый. Желтый. Как твои. Бутасы. Нормально же. Все. Я буду выбирать только голубого цвета, а Маргарита только желтого. Это больше нет, это больше нет, черный. Больше желтого. Да, это желтый. Смотрите, ребят, в общем, если будет в каком-то предмете больше желтого, значит подойдет. Можно такой брать. Только ты посмотри сначала, что это. Это. Что это такое? А, это записная книжка, да? На испанском. Ну, в принципе, на испанском тебе подходит, на испанском. Ксюнечка, смотри. Для бейбика. Тетрадочка. Так, это... Что это такое? Ну, в общем, это просто тетрадь с большими листами. А4. Да. Смотри, вот еще голубой есть. Тоже с бейбиком. Может, тебе нужен рюкзак? А кто это такой вообще? Почему он такой здесь знаменитый? Смотри. Здесь есть еще маленький. Это кто-то здесь, наверное, бейбик какой-то такой популярный. Смотри. Стикеры есть. Я почему не помню? Так, ищем голубой. Смотри, я первый раз вижу такую крупную клетку. Открой. Это для чего такая большая клетка? Здесь вот все прям разноцветное, смотри. Желтенькая. Девчонки, пеналы, пеналы, пеналы. Смотри, вот голубой пенал. Тебе какой? Тебе желтый? Желтый. Ой, господи, это что такое? Нет, зеленый. Это желтый. Зеленый. Ну смотри, вон как твои башмаки. Тебе неоновый маленький, желтый, да, неоновый желтый. Такой возьмешь такой? Да. Ну как ботусом приложи к своим. Прям подходит. Такой неоново желтый. Да, ну-ка. А где голубой? Здесь тоже есть голубой. Голубенький с замочком. Что там внутри? Пенальчики мы любим. Пенальчики нам очень нравятся. Смотри, какой классный. Ксюш, смотри, силиконовый. Силиконовый. Ну, он очень быстро будет грязный. Да, силиконовый очень быстро пачкается. Что не очень хорошо. Вон там еще розовый есть. Желтого нету? Нет. Только нет. Так. Нет, такой синий. Такой синий с замочками. А вот этот удобный, смотри, потому что здесь вот сколько много. Да. Это вот. Синий. Это же... Мне нравится вот такой вот прикольный. Да, смотри, там что-то внутри. Три. Да. У него три отделения. О, круто, смотри, как классно. Супер. Я возьму. У него нет желтенького, к сожалению, Маргошечка. Я хочу взять, можно? Да, давай. Я возьму. Здесь много всего желтого. Смотри. Смотри, маркер Абакус. У нас такого не было еще маркера Абакус. Или хоть что-то нормальное. А у тебя? Тебе нужен голубой. Ищем точилку. Вот у нас голубая точилка. И смотри, желтая. Смотри, ты... А, это стирачка. И смотри, такая щеточка есть. Ты можешь мусор весь этой щеточкой. Тинь-тинь-тинь. А какой есть цвет голубая. Еще есть? Есть голубая? Ну-ка, на, держи эту. Есть оранжевая, есть. Розовая. И... А может быть вот здесь? Вот она синяя, я нашла.
Вот она синяя. Она с щеточкой? Нет, это морчатка. А, это другая, это с точилкой. Смотри, вот тут по цветам. Желтый. Не видно совсем. Желтый. И вот это маркер, да, я так думаю? Да. Там тут есть F. Фино, F для фино. Желтый, синий. Ручку тоже можно заплатить. Нет, ты должна покупать отдельную ручку. Это вот это мультиколор называется. Ты не можешь это купить. Смотри, вот водка, Ксюша, смотри. Ну это что, блин? Это такая, которую надо макать? Да. Ну, это же в чернила, ручка, что ли? Да. Нет, и, ну, она мне не нравится, она неудобная. Потому что мы в школе испытывали три, но мне одна понравилась. Не нравится? Окей, хорошо. Какой единорожек милый. Здесь... Это ежедневник. Да. Угу. Да-да-да, круто. Ну, синий, а вон голубой цвет. Это чупа-чупс? Нет, это игрушка. Каролины не показывай. Так. Но мне нужна папочка голубая. Голубая, что ищи. Нету папы. Смотри, какие пандочки милые, брелочки. Вот голубой. Что это? Тоже ежедневник. Очень нравится. Мне нужен ежедневник. Я себе давай буду выбирать. Давай я тебе это возьму. Так, мы пришли на второй этаж. Бутылочки. О, ланчбоксы. Бутылочки и ланчбоксы нужны. Блин, у меня тоже желтого цвета нет? Нет ланчбокса. А может какая-нибудь бутылочка желтого цвета нет? Нет, нету, ребят. Выбирай ножнички. Тебе синие нужны. Вот синие. Синие ножнички. Это пушин. Желтый, желтый. Нашли желтый. А что там с желтыми? Я не вижу. Пальмочки какие-то. Вау. Это что-то какие-то там. А ну-ка открой, там что-то внутри есть. Там, там какая-то бумага, да? Да, это как это как этот, как папочка и как это. Записывай, да, туда что-то. Ой, какая прикольная. Здесь, по-моему, розового больше. Что тут больше, розового или желтого? Розового. Здесь как-то 50 на 50, мне кажется, смайлики желтые. Больше. Больше розового. Вот это прикольное, классное, да? Здесь больше розового есть. Че? Подожди, там есть синенькая. Вот голубая, вот голубая. Это зеленый. И на тебе желтый. Значит, не бери вот это. Да, это да, значит, тебе этот не нужен. Что он какой-то... Клей, смотри, тут много разного клея. Желтый, голубой. Ну, возьми. А вот с блестками есть. Может, с блестками лучше? Давай то и то. Смотри, с блестками. Это, ну, это не Элмерс. Нет, это не Элмерс, на чем-то похож, да? Он светится. А у вас же там есть борокс, можно попробовать? На, с блестками. Это светится. Элмерс. Да. Бутылечек какой Элмерс. Смотри, вот такой вот. Розовый. Поэтому это неоновые. Видишь, неоновые. Мам. Так, все, девчонки, выбрали клей. Три клея. Вот, желтый и синий, голубой, да. Морковка. Никому не попался оранжевый цвет? Никому не попался. Мы тоже не написали. Угу. Ну что, ребят, пришло время показать вам, что мы купили в Барселоне. Как вы помните, мне попался желтый, а мне голубой. Такой вот пенал с тремя отделениями. Он мне очень понравился, потому что там очень много отделений. Один. Еще один. Тут надпись на испанском. Такая вот ручка с собой. Я ее еще не открывала. На что еще? Розовая? На двухцветная. Такая синенькая и розовенькая. Прикольно. Не заметила. Дальше голубой маркер. Такой толстый. О, это текстовыделитель. Еще один тоненький маркер. Но не голубой, а такой синий.
Дальше у нас точилка и стирательные резинки. О, здесь три эластика. Вот. И точилка. Ой, здесь вот. Большая и маленькая. Дальше я купила клей-карандаш. Я еще купила ножницы синие, но я не знаю, куда я их убрала. Так, дальше такая вот глина. Тоже синего цвета. Еще мне понравился вот такой вот планер. Здесь линейка, здесь конвертик. Здесь сзади есть наклейки. Еще есть такие вот. Здесь конвертик, чтобы туда что-нибудь складывать прозрачный. И линейка. И последнее, я купила очень много клея. Вот такой вот Galaxy. Такой вот голубой. Потом такой прозрачный голубой. Потом, который на солнце меняет цвет. Он голубой и становится фиолетовый. Он уже меняет цвет. И один, который светится в темноте. Вот и все, что я нашла голубого цвета. Теперь я покажу, что я купила желтого цвета. Вот такой пенал. Такой неоновый желтый. Здесь для карандашей и для ручек. Еще какое-то отделение. Что, например, маркеры туда класть. И одно большое. Я тоже нашла глину, как у Ксюши, но желтого цвета. Так, здесь у меня стиральная резинка. И, по-моему, еще точилка. Не знаю. Давайте посмотрим. Нет, ребят, у меня не точилка, у меня стирательная резинка. Здесь запасная. И еще здесь есть щеточка, чтобы убирать остатки от резинки. А я думала, что это точилка. Дальше у нас такой клей, карандаш. Также я себе купила тоже такой текстовыделитель. Ну, конечно же, я себе тоже купила клей. Желтый глиттер-клей. Там такие блесточки крутые. Вот такой вот обыкновенный желтый. Неоновый глиттер. И такой, который меняет цвет. Из желтого в оранжевый. Он сейчас даже двойной. Ого! Смотрите. Ну что, ребят, вот это и все, что мы купили в Барселоне. Да, конечно же, немного. Мы еще будем покупать канцелярию у нас дома. Ставьте лайк, если вы хотите еще один челлендж с канцелярией. И мы обязательно снимем. Ну что, ребятки, на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока! А мы поехали домой. Пока, Испания!